Вот так под шум генераторов прошел День защиты детей в Артемовском городском округе. Возникает вопрос к администрации. Не пора ли подумать, чтобы зона питания и покупок была несколько отнесена от основного места праздника? Частное предпринимательство никто не запрещал, но общая атмосфера – важная составляющая события. И все же напротив сцены можно было немного забыть о назойливом жужжании и все-таки окунуться в атмосферу праздника, где дети – главные герои. Погода благоприятствовала, праздник состоялся. Однако остается вопрос о зонировании территории. С одной стороны, без сладкой ваты и мороженого, шариков и прочих атрибутов веселья не обойтись. А с другой, от постоянного гула у многих начинает болеть голова. Не слышно экстренных объявлений о потерявшемся ребенке и многое другое. Важное, иногда жизненно важное. Кстати о важном. Накануне в Артемовском состоялся парад техники, которая призвана обеспечить главные нужды населения – услуги ЖКХ. Своеобразно это подчеркнули и на конкурсе детского транспорта. Каждому участнику был подготовлен свой приз. Сложно оценивать креативность семьи и ее творческий подход к поставленной задаче. Главное, все получили заслуженную награду и, конечно же, хорошее настроение. День защиты детей – праздник, который отмечается во многих странах, но так масштабно, как в России, пожалуй, больше нигде. Несмотря ни на что, организаторы торжества в Артемовском городском округе справились со своей задачей, подарив ребятам яркий, насыщенный день, а родители помогли им в этом.